Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем обучающем канале. И в этом видео я покажу вам, как сделать такую красивую греческую косу всего лишь из трех жгутов и резинок. Волосы у болванки были предварительно прогофрированы, и сейчас я выделяю боковые пряди и пока подкалываю их зажимом, чтобы они не мешались. Далее с помощью пудры от Капус я подчесываю два верхних ряда. Затем я прорабатываю волосы спрей-воском от Redken для того, чтобы прическа была чистая и все пушки пригладились. И обязательно прочесываю расческой. После чего я начинаю выделять небольшие части волос и временно фиксировать их шпильками. Схема примерно выглядит таким образом. Две части побольше и две боковые немного поменьше. Далее, придерживая одной рукой прядь, я начинаю вытягивать ребра. Я делаю по 2 ребра на каждую часть. И сразу фиксируем ребро лаком. И помогаем себе временными шпильками. Дальше наша задача аккуратно вытащить шпильки и все зафиксировать невидимками. Во время того, как мы подкалывали, объем немножко сбился, поэтому возвращаем его, подправляем и фиксируем лаком. Из оставшихся волос у нас получилось 3 части. Две боковые и одна центральная, которой мы и начнем работать. Сначала немного подкручиваем кончики. Прорабатываем прядь спрей-воском, прочесываем. И начинаем делать жгут, просто перекидываем пряди друг на друга. Кончик жгута фиксируем силиконовой резинкой и, придерживая за кончик резинки, начинаем вытаскивать ребра. Сразу фиксируем лаком.
И все то же самое делаем с оставшимися двумя боковыми прядками. Сначала накручиваем, затем обрабатываем спрей воском, прочесываем. И сворачиваем жгут. Можно растягивать пряди до фиксации резинкой. Здесь уже смотрите, как вам удобнее. Эту часть мы также зафиксировали резинкой и сейчас с помощью невидимок скрепляем среднюю часть с боковой. Сразу подтягиваем ребра и фиксируем все лаком. Все то же самое повторяем с левой стороны. Теперь приступаем к работе с прядями, которые мы отделяли в самом начале. Также их накручиваем. Также прорабатываем спрей воском, прочесываем и сворачиваем в жгут. Укладываем к тому месту, где у нас много невидимок, которые ничем не закрыты. Немного вытягиваем текстуру у лица и фиксируем лаком. Каждое звено я дополнительно фиксирую невидимками для того, чтобы прическа долго держалась. Кончик просто вписываю в рисунок косы. Все то же самое я повторила и с другой стороны. Теперь еще раз все подтягиваем, фиксируем лаком и невидимками. И наша прическа готова. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И я жду вас в своем инстаграм. До встречи в новых видео. Пока-пока!